чуть-чуть осталось до наступления Нового года. Я уверена, что каждый из вас уже начал присматривать подарки для своих родных и близких, для мам, бабушек, сестер, подруг. И поэтому сегодня я хочу снять видео на тему идеи новогодних подарков. Возможно, вам что-то приглянется. Я буду показывать подарки из разных ценовых категорий, поэтому каждый сможет найти для себя что-то интересное. И, кстати, в конце видео вас ждет сюрприз, поэтому обязательно оставайтесь до самого конца. И первый подарок, который я выбрала, это палетка теней. Я уверена, что каждая девушка оценит этот подарок, а тем более это палетка от фирмы Smashbox. Это достаточно новая фирма в России, и, скорее всего, мало кто этой фирмы пользовался, поэтому эта палетка будет, так скажем, чем-то новеньким, чем-то интересным. Вот так вот выглядит сама палетка, она такого фиолетово-черного цвета. В этой палетке 7 цветов, половина из них матовые, половина шиммерные. Можно отлично сделать как и дневной, так и вечерний макияж. Я уверена, что это отличный подарок, и каждая девушка будет рада получить такую палетку. Следующий подарок – это яркие жизнерадостные чехлы на iPhone. Лично я их просто обожаю, я постоянно их меняю, покупаю новые. Также я их подбираю под какой-то определенный наряд, поэтому считаю, что это отличный подарок для обладательницы iPhone. Эти чехлы я покупала на сайте ax.ru, там просто огромный выбор на любой вкус, на любой цвет. И, кстати, там цены намного дешевле, чем если будете вы покупать в каких-то простых магазинах. Поэтому ссылки на все чехлы я оставлю внизу. И давайте я вам поближе покажу каждый чехол. Первый — это такой лавандовый мишка. Я уверена, что каждой девочке он понравится. Он яркий, он веселый, он милый. И ваш телефон точно будет с ним выделяться. Следующий чехол от фирмы Juicy Couture с просто замечательными словами Make Everyday Happy. Он розовый, он опять же очень яркий, веселый. И тоже мне очень нравится. И последний чехол. И здесь нарисована собачка. Я думаю, что вы не удивлены. И, кстати, главная особенность этого чехла — то, что он светится в темноте. Поэтому, мне кажется, тоже как-то очень интересно. Следующий подарок, который, скорее всего, получает половина женщин всего мира и получит в этом году, это духи. Но я выбрала духи именно от фирмы Jo Malone, потому что у них очень интересные запахи. Это запахи, так скажем, не те привычные, которые продаются во всех магазинах. Они действительно очень интересные, они особенные. Я выбрала запах Blackberry and Bay, это лавровый лист и ежевика, такой очень кисленький. Скорее всего, на самом деле он летний, но мне он очень понравился, поэтому я решила его купить в качестве подарка на Новый год. Поэтому присмотритесь именно к духам от фирмы Jo Malone. Они стоят ровно столько же, сколько обыкновенные духи, насколько я помню, но они действительно интересные, они уникальные. И, скорее всего, вы реже встретите эти духи на ком-то еще, поэтому обязательно к ним присмотритесь. Следующий подарок, который просто отлично подходит для Нового года, это браслет Пандора. И, конечно же, вам не надо покупать огромное количество шармиков, достаточно одного-два, которые будут напоминать человеку, которому вы подарите этот браслет, именно об этом Новом годе. Например, это может быть новогодний прянь, это может быть какая-то снежинка, мишка, все что угодно, все, что вам понравится. И уверена, что любой девочке понравится браслет, все девочки любят носить браслеты, колечки. И, конечно, заранее узнайте, есть ли этот браслет у вашей, допустим, подруги, мамы, бабушки. Если есть, то вам достаточно будет купить просто новый какой-то интересный шармик, новую подвесочку. Я думаю, что это просто отличный вариант для новогоднего подарка. Следующие подарки пойдут более дорогие, и один из них — это браслетик от фирмы Hermes. Как вы знаете, у нас наступает год лошади, а символом Hermes является тоже лошадь, поэтому мне показалось очень интересным подарить именно такой браслет. Здесь очень интересное сочетание такой вот зеленой и фиолетовой лошадки. Вообще интересное сочетание здесь цветов. Он очень красиво смотрится на руке, поэтому, кто ищет более дорогой уникальный подарок, советую заглянуть в этот магазин. К тому же там огромное количество разных цветов, не обязательно такой, какой вам понравится, вы, в принципе, можете себе и выбрать. Следующий подарок, который, я уверена, понравится любой девушке, это часы, но часы определенной марки. Это марка Michael Kors. Уверена, что все смотрят американских блогеров, и приблизительно 90% американских блогеров показывают часы от Michael Kors, показывают их в покупках, показывают их в любимчиках. Наверное, каждый после просмотра видео задумывался об их покупке. Сегодня я вам покажу несколько моделей, все они с магазина Watch Town. Там, конечно же, не представлена только одна фирма, но именно моделей часов Michael Kors там очень много. Я никогда не видела такого разнообразия, потому что, как правило, продают везде классику. Да? Первая модель, которая мне понравилась, она в классическом белом цвете, они полностью керамические, классические, так скажем, круглые формы, внутри три хронографа, очень удобные. И, конечно, их огромный плюс то, что они подойдут совершенно подо все наряды. Следующие часы, как мне кажется, требуют какого-то определенного стиля в одежде. Их уже не надеть, например, с каким-то классическим платьем, с какими-то классическими брюками, но они очень интересные. Они
такого золотого цвета, и у них очень интересный яркий циферблат яркого бирюзового цвета. Они будут выделяться на руке, и, в принципе, этим они мне очень не понравились. Следующие часы, опять же, белые, они сделаны из керамики, но, как мне кажется, они более яркие, поскольку по всему периметру выложены такие стекляшки, стразики, даже не знаю, как их правильно назвать, и они у меня почему-то ассоциируются именно зимой. И как я уже говорила в начале видео, у меня для вас есть сюрприз. Я хочу разыграть палетку теней от фирмы Smashbox и также чехлы, которые я показывала в видео. Поэтому победительница сможет самостоятельно выбрать себе подарок, что ей больше понравилось, чехлы либо палетка. Условия конкурса, в принципе, точно такие же. Вы должны быть моим подписчиком именно на YouTube, подписчиком ВКонтакте. Вам должно быть 14 лет, либо вы должны получить согласие от своих родителей. Конкурс продлится ровно 2 недели, после чего я, конечно же, объявлю победительницу этого конкурса. Я надеюсь, что вам это видео понравилось и было полезно. Всем пока и до скорой встречи!